здравствуйте абсолютно маленькое видео я тут патент опять сделала никак у меня не получается зарядить прожекторы мои Но не получается забываю эти растения у меня не новые видео в основном наверное для жителей греции просто вспомнила что нужно было показать меня просили у нас есть такой электронный магазин с растениями, но ну, не только электронный, там, и, по-моему, теплица есть, называется Green Mall, я дам ссылку под видео, и моя подруга Наталья Салоник прислала мне фотографию вот такого вот красавца, вот, вы видите, это у нас Аморфуфалус. но я, конечно, не удержалась и Решила приобрести еще один аморфофалус. Они не так-то легко находятся. Растение не дешевое, сразу говорю. 24 евро. Но хочу вам сказать, что когда я заказывала свой аморфофалус, вот просто э, вот это вот... картофель, ну так сказать, вылетели все слова из головы, э, то я заплатила за нее... 20 евро и 24 было за пересылку издания. Так что можно сказать, что не слишком дорого. И я приближу это растение, покажу. Также я приобрела там осмокот. Осмокот есть нескольких видов, не, э, нескольких разновидностей формул. Этот у меня для цветения. Я применяю осмокоты... и особенно зимой и, орхиде... и к орхидеям и к другим растениям. В общем, я довольна. Простите за вот такие вот помехи. Ну, никак у меня не получается. Нужно, наверное, экран приобрести. Ну и как было не удержаться. Вот такой вот маленький красавчик. Это у нас... Да? Простите. Дендрохилум такой вот теплого содержания но пока он живет у меня на балконе вы видите что пересажены уже растения то есть посылка была не сегодня не вчера уже даже вот у нас новые пошли такие вот побеги видно И их много Такое симпатичное маленькое растение. Ну и в подарок мне положили такой вот маленький фаленопсис. У него очень интересная расцветка листьев. Я даже, честно говоря, в раздумьях. Такой вот он пятнистый. Но он не пересаженный, он так и был посажен. Посмотрим, оставлю я его себе или он найдет новых хозяев. Ну, спасибо магазину за подарок подарки нам всегда нравятся, они всегда приятные. Вот этот аморфофалус, у него были абсолютно бордовые листья. Ну вот он уже, видите, на покой уходит, и листья стали зелеными. Когда они новые, они бордовые, такие красивые листья, это просто что-то невероятное. Вот так называется. Можете посмотреть в интернете. В общем, кому было интересно и кто живет в Греции или где-то в другом месте можно найти такое растение, пожалуйста. Спасибо, буду искать экран. Пришлось подставить поднос, потому что только бумага давала такой отсвет дрожащий. Для чего используем асмокод? Небольшое количество этого удобрения, это удобрение пролонгированного действия, то есть длительного, достаточно для трех месяцев питания растений. То есть вы положили небольшое количество удобрений, и растение питается постоянно с водой, поступают питательные вещества.